Всем привет! Как вы уже, наверное, поняли, в этом выпуске речь пойдет про еду в Буэнос-Айресе. Что едят другие? И вот такое название я решил дать этому ролику. Мы начали снимать походы в рестораны, когда только приехали в Буэнос-Айрес. Это был сентябрь. И я специально решил сегодня записать вот эту вводную часть, потому что сейчас плюс 14-15 и похоже по погоде на то, что я снимал там. Мы сходили в разные рестораны, просто показать вам, что едят здесь, в Буэнос-Айресе, вообще, что предпочитают есть аргентинцы, сколько это примерно стоит, какое разнообразие и так далее. Это малая часть тех ресторанов, которые здесь есть, конечно же, но мы включили там все наши любимые, которые находятся в центре, потому что мы жили в центре Буэнос-Айреса, и куда мы сейчас периодически ездим тоже. И несколько ресторанов, которые нам не понравились, поэтому я по каждому из ресторанов в ролике потом запишу вот такое маленькое коротенькое видео с примерными ценами и с отзывом, рекомендуем или нет. Еще под этим видео я оставлю все ссылочки на эти рестораны на Google Maps карты, чтобы вы по приезду могли приехать и выбрать нужный ресторан и съездить туда. Еще важный момент. Цены, которые вы увидите в этом видео, в роликах, они были на тот момент, когда мы снимали. То есть это был сентябрь, октябрь, может быть, ноябрь. Здесь за это время вырос курс. То есть когда мы это снимали, за 1 доллар давали примерно 270-275 песо. Сейчас, февраль, за 1 доллар дают 370-375 песо. Поэтому выросли цены, но и изменился курс. И, например, наш любимый Santos Manjaro, с которого я начну этот ролик, это стейковое, лучшее, топ-1 нашего рейтинга и всех рейтингов наших друзей. Там стейк стоил, когда мы только приехали, 2070 песо, а сейчас он стоит 3300 песо. Но курс сильно вырос, и поэтому разница между ними, это там 8-9 долларов примерно, я напишу точнее. Так что сильно все не изменилось. Santos Manjaro – это топовые филе миньоны в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Поэтому желаю вам приятного просмотра, не переключайтесь и посмотрите, что едят другие в Буэнос-Айресе, Аргентина. Blacksmith Family – свои люди в Аргентине. Пока-пока. А вот мясной ресторан, где мы ели очень вкусные стейки. Называется Santos Manjaro. Выглядит с первого взгляда вполне обычным, ну и таким неприметным. Но мы тут уже были, и стейки тут действительно вкусные. Вот так вот выглядит меню. Тут есть различные какие-то жареные сыры, сосиски и вот стейки. Стейки стоят от 1500 песо, это где-то 300 рублей. Наш стейк филе миньон стоит 500 рублей, 2000 песо. Вот, а еще тут есть, можно за 750 составить свой салат из 5 ингредиентов. Мы сейчас попробуем. Да. Угу. Смотрите, как мужу наливают вино в бокал в таких количествах. В Москве, когда хочешь пойти куда-то прибухнуть, только мечтаешь о таком, потому что обычно за 500 рублей тебе наливают 1/3. Утро? Да. Gracias. Принесли в очередной раз прекрасный стейк филе миньон. Мне твой больше нравится. Да хватит. Он тебя и посимпатичнее, и пошире. Не трогай мой стейк. И нам очень хочется, здесь не хватает салатов. Смотрите, сколько она наливает. Почти весь бокал. А, не хватает салатов, потому что мы здесь очень много хлеба едим в последнее время. И показатель вкусности места – это когда муж только что съел всю еду и говорит, я хочу снова быть голодным, чтобы снова сюда прийти. Правда, это просто потрясающее место. Я не знаю, как я его нашла. На поиском в гугле чистом. Вот. Итак, первый наш любимый, самый вкусный стейковый ресторан – это Santos Manjaro. Называется он именно так. Пишется Santos Manjaro, и мы так его везде называли, когда не знали, как правильно. Находится в центре.
Мы его нашли совершенно случайно по Google картам, его нет никаких путеводителях, рекомендациях, просто там шикарные отзывы на Google картах, и мы жили в 10 минутах от него ходьбы. Он непримечательный снаружи, если пойдете, никогда там толком его и не заметите, там всегда стоят очереди на самом деле. Очень необычное стейковое по местным меркам, потому что работают здесь девчонки молодые, а здесь в Аргентине стейковые считаются солидными, если они такие, с деревянными столами, с белыми стенами, и официанты в возрасте в белых рубашках. Здесь все не так, и они всегда все делают 10 из 10. Средний чек на тот момент, когда мы только начинали вот это все снимать, стейки стоили там по 2000 песо в среднем, и общий счет получался с двумя стейками, с двумя картошками пюре, с салатом, с двумя бокалами вина и кока-колой, например, порядка 6000 песо, это там 1400 рублей. На данный момент стало чуть-чуть дороже, но и поменялся курс, сейчас чек выходит где-то на 10-11 тысяч песо, но это все те же самые там 1500 рублей, то есть может быть чуть-чуть дороже, поднялся там на $1 с небольшим общий ценник. Поэтому Santos Manjares, вот такая вот локация, мы ее везде рекомендуем. Никто здесь его не переплюнул. Santos Manjares, если правильно читать по-местному. Все локации, все названия я оставлю под этим видео, поэтому обязательно подписывайтесь, досмотрите до конца. Если вы в Аргентине или планируете сюда, просто идите по этому списку и не ошибетесь. Выбирайте то, что вам нравится. Поехали дальше. А вот суши, в которые мы пытаемся второй раз попасть, и у ребят очень интересный график работы. Например, сегодня они работают с 12 до 4. В другие дни они работают по вечерам тоже. Они тут, в принципе, не парятся по поводу того, чтобы работать много. Вот видите, там... Сейчас, ладно, покажем внутри. Так, время 2 часа, мужу пора прибухнуть. Ну, в смысле, пора, мы на обед притащим. Да не хочешь темное пиво, нет? Так, муж выбирает между пивом и вином, а я возьму себе... Вот так вот ты садишься. А, он говорит, сядь в другом месте, он бы что-то накрыл. Вот, и они вот так вот едут тут, и ты хватаешь то, что тебе нравится. Ну, что за чудо? Ой, мне нравится. Взяли пока попробовать обычные суши с сашими. И муж взял какие-то роллы два. Симпатяшки. Вот здесь вот соусы находятся. Берешь спокойненько. И нам очень повезло, потому что они через полчаса закрываются. И вместо двух ролл он все разложил по три. Ну, а тарелки стоят столько же. То есть мы теперь... За 3 роллы платим столько, сколько остальные люди платили за 2. Это лайфхак. Приходи сюда за полчаса до закрытия. В общем, смотрите, сколько мы съели. Сколько тарелочек я насчитала? 9 тарелочек. На каждом было по 2, по 3 роллы. И 2 напитка. И это вышло у нас на 4400. Песо. Песо, а не рублей, да. Это было, ну, вы представляете, да, сколько это было роллов, причем это были сашими, огромные куски рыбы, шикарные. Муж еще хочет схватить, но я его не даю. Я уже вижу, сидит и смотрит, хочет схватить, я знаю, что ты хочешь. Нет. Следующий ресторан In-N-Out Sushi, он находится тоже в центре, в минутах в 10-15 от Santos Manjares, локацию я оставлю. Примечательным тем, как вы видели на видео, что на нем суши, роллы ездят вот так вот по бегущей дорожке, их готовят при вас. Это прикольно, как экспириенс. Ты приходишь, берешь напитки себе, садишься за стол, ешь столько, сколько тебе нужно, сколько ты хочешь, и потом платишь на выходе. Лайфхак. Если приходить за полчаса до закрытия, время работы можете посмотреть на Google картах по локации, то они вместо 2 суши или роллов кладут на вот эту дощечку 3 за те же самые деньги. Стоил на тот момент это сначала 500 песо за тарелочку, потом 550, потому что курс рос. Сейчас может быть чуть дороже. Обед нам выходил в среднем с 2 напитками и 9-10 таких тарелочек. Сначала в 4500 песо, потом в 5-6 тысяч песо, сейчас может быть 7000 песо. 7000 песо по сегодняшнему курсу, 372 песо за $1 примерно дают, это $18-19.
или 1300-1400 рублей за вот такой вот потрясающий ужин. Они делают большие вкусные роллы, разнообразные, у них очень вкусный лосось, когда он есть, поэтому кто хочет роллы, кто хочет экспириенс, советуем In-N-Out Sushi, локацию оставим. Поехали дальше. Еще один, одна кафешка находится недалеко от нашего дома, называется Раклет, соответственно, одноименно с известным сыром Раклет, который тут очень прикольно выглядит. Можно здесь попить кофе, съесть круассан и заказать что-то с раклетом. Пойдем попробуем. Мы пришли второй раз после 11, потому что у них кухня открывается в 11. Заказали, сейчас посмотрим. Смотрите, какой тут прикольный интерьер. Все такое стильное. Кстати, салаты тоже есть. Уже позвали. Мой. Твой? Мой тоже сейчас будет. Ничего себе. Ну, неплохо выглядит так-то. Ой, хочу показать вам немножечко. Смотрите, чудо, прелесть. Раклета. Это скорее просто кафешка, мы были там один раз, для фанатов сыр раклет, они его там плавят, добавляют сэндвичи, в блины, в какие-то бутерброды, там есть обычная еда, салаты, кофе, выпечка и все остальное. С точки зрения опыта и экспириенса интересно попробовать. Ценник за сэндвич, вот, который вы видели на видео, примерно там 1300-1400 песо. Это 4,5 доллара, 4-4,5 по тому курсу. Сейчас примерно то же самое. То есть это там 250-300 рублей за сэндвич. Общий обед получался в 1000-1200 рублей за все-все-все. Даже чуть поменьше. Рекомендуем на один раз. Находится тоже в центре. Все первые вот эти локации, пока мы жили в центре, мы их и ходили. Поэтому по ним так и идем. К вопросу о ценах в магазинах. Сейчас расскажу, что мы купили, а потом назову цену на все это. Бутылка оливкового масла для салата. Две пачки сыра, который нам очень понравился в прошлый раз. Разные снеки, эти крекеры, вкусняшки. 1,5 литра колы, вода, вино Мальбек сухое 2019 года, красное. Туалетные принадлежности и пачка яиц. И все это стоило, внимание, 1000 рублей. Еще одно местечко, в которое мы идем по рекомендации. Бар де паста. А, точно, наверное. Ну ладно, что? Постоим. Так, мы начинаем есть, что тут нам принесли. Не успеваешь заснять, уже муженек все это сейчас съест. Вкусный, да? Ну, это итальянское же. Тесто, паста. Тут достаточно простой интерьер, но все равно выглядит очень симпатично. И по ценнику, я бы сказала, чуть выше среднего, но в среднем 500 рублей за блюдо. Мы заказали пасту с Black Angus, который 16 часов отстаивался. Да. Итак, нам принесли вот этот салат с лососем и сыром бри. Выглядит он очень симпатичный и очень большая тарелка. У мужа паста с говядиной, которая 16 часов томилась, ждала его. А у меня что-то с курицей, при этом я спросила, паста это или нет. Она сказала да, но оказалось, что нет. Но ничего страшного, выглядит тоже очень даже вкусно. Кстати, сделали минут за 7 примерно, в отличие от того, сколько мы обычно ждем в кафешках. Следующая локация – это пастовая. Пастовая Quantidiana Bar de Pasta. Это сетевой ресторан, он расположен, кафешки эти расположены по всему Буэнос-Айресу, их несколько, и находится вот это конкретно в Риколетте. Мы там были, пока ходили, выбирали клиники. По отзывам, по рейтингу, крутое место, туда стоит очередь. Здесь вообще не сильно развита пастовая тема почему-то, хотя очень много иммигрантов, итальянцев именно, но вкусная пастовая. И мы отстояли очередь, рекомендуем.
здесь огромный набор паст, и они приносят классный комплимент хлеб. Все видно, что сделано из итальянского теста. Очень вкусное, очень насыщенного такого аромата и вкуса. И чек был на тот момент уже выше среднего, то есть мы за одну пасту отдавали порядка 2300-2400 песо. Это было дороже, чем стейк с картошкой в Сантос Манхарес, например. И обед нам выходил, это $28-29 на тот момент. Сейчас плюс-минус так же, то есть порядка $30 выходит обед. Это 2200 рублей, смотря по какому курсу считать. То есть место не самое дешевое по местным меркам, но вкусное. И по российским меркам, конечно, наверное, не такое уж и дорогое. Рекомендуем, мы сами хотим туда еще раз ходить. Поехали дальше. Мы сегодня пришли на улочку, которую вчера видели со второго этажа автобуса, где находится несколько вот таких особняков. Решили посмотреть их поближе, потому что вчера очень быстро проезжали мимо. Посмотрите, какая красота просто. Ну что это за шикардос такой? Мы не могли не попробовать Макдональдс в Аргентине. И случайно заказали два комбо. Хотели один комбо и один бутерброд. Вот теперь у нас две колы. Причем они без крышечек, потому что они против пластика. Вот. И без трубочек. И без трубочек. Покажи свой. У меня Биг Мак двойной. А у меня Гранд Тейсти Дабл Трипл. А у мужа Трипл. Гранд Тейсти Трипл. Просто огромнейший. Ладно, сейчас будем пробовать и вам расскажем потом, понравилось нам или нет. Макдональдс – это отдельная тема, понимаю, что не все его едят, есть фанаты, есть противники. Здесь Макдональдс – это просто потрясающее с точки зрения вкуса место. Не все бургеры, но здесь есть Гранд Тейсти. Это как у нас был когда-то в России Биг Тейсти, только он сделан немножко по-другому, он есть двойной и тройной. Я его фанат, это невероятно вкусная булка, невероятно вкусное мясо, сочный, ароматный сыр, копчение. Это один из самых вкусных Макдональдсов в мире, который я ел, именно вот с этими бутербродами. Картошка, кола, все остальное относительно такое же, как и везде. Биг Мак, который я везде раньше ел и любил, не самые вкусные, которые я ел, они достаточно сухие. Этот бутерброд просто пушка. Обеды у них из-за курса тоже сильно все скачет. То есть обед на двоих нам обходился примерно в 3500-4000 песо. Это примерно $13, сейчас плюс-минус так же. То есть это два комбо обеда, где два больших бургера, две картошки и две кока-колы. Особенность, у них нету крышечек и у них нет пластиковых трубочек. Макдональдс в Буэнос-Айресе однозначно рекомендую, если хочется прям что-то такого жирного и вредного, заходите сюда. Бургеры вот эти вот Triple Tasty вкуснее, чем большинство бургеров в отдельных кафешках и ресторанах здесь в Буэнос-Айресе, которые я пробовал. Поехали. Представляете, я просыпаюсь, никого нет дома. И через 5 минут приходит муж с цветочками и кофе и Старбаксом. Причем эти цветы, я на них постоянно обращала внимание. Они такие необычные и очень симпатичные. Муженек мой принес завтрак. Хотели мы пойти в наш Сантос Манжарес поесть стейк, но он в воскресенье не работает, как и многие тут заведения. И мы решили потестить новое место. Вот мой муж, смотрите, тут очень много людей, возможно, в том числе потому, что ничего не работает. Но и отзывы у него хорошие. Вот поэтому будем пробовать. Муж заказал себе, как обычно, маленькую бутылочку пива. Вот такой стейк. И большой стейк. Ну и прекрасно. Так, смотрите-ка, что нам принесли. У меня стейк 300-граммовый, у мужа 400 грамм. Ну то и видно, в принципе, да? То и видно. Сейчас будем пробовать и расскажем вам, стоит в это место идти или нет. Итак, мы поели... Мы поели на 7,7 тысяч песо, плюс оставили, соответственно, 10% чаевых. Получилось 8500, это $30, примерно 2000 рублей.
понимаете, да, за вот это большое количество мяса с гарнирами, за литр пива для моего мужа. Не надо меня гнобить. Вот, все было вкусно. Так что место однозначно рекомендуем. Следующий ресторан, это тоже стейковый, он тоже находится в центре, в 5 минутах от Santos Manjares. Мы его нашли случайно, когда Santos Manjares был закрыт. Просто дошли по Google точке ближайшей и попали как раз в этот ресторан. Это Sierra 5, ну или Sierra 5. Это как раз тот самый стейковый ресторан, в котором белые стены, деревянные столы и возрастные официанты. Он считается достаточно премиальным. Он сразу стоил дороже, чем Santos Manjares. Не на много, но процентов там на 20. И вторая особенность. Здесь есть выбор из филе миньона. Один маленький, такой же, как и везде, а второй 410 грамм. Это вот такой вот здоровенный кусок стейка, очень вкусный. Они всегда готовили шикарное все мясо, кроме последнего раза, когда мы тут были, но как бы грешки есть у всех. У них чуть менее вкусная картошка и всякие приправы, чуть менее вкусный салат, чем Santos Manjares, и чуть выше ценник, поэтому мы этот ресторан поставили в рейтинге ниже, чем Santos Manjares. Но если вам хочется мяса, особенно большого филе миньона и классного обслуживания, ребята здесь как раз возрастные дедули такие на позитиве, то вам сюда. Средний чек здесь был порядка там сразу 8 тысяч против 6-6,5 в Santos Manjares. То есть это 28-30 долларов. И сет состоял, как всегда, из двух стейков. Один большой, второй поменьше. Там картошки, салата, бутылки пива или парочки бутылок пива, кока-колы или там пары бокалов вина. Что я считаю по-прежнему шикарным, и если вы в центре, если вдруг Santos Manjares закрыт или там огромная очередь, вы всегда можете пройти сюда. Мы ни разу здесь не стояли в очереди, это тоже такой плюс для этого места. Поехали дальше. Мы шли домой с фруктами и проходили мимо американской пиццы, на которую присматривались, потому что есть шанс, что она такая, как на 5-м авеню, знаете. Кто был, тот знает. Вот. Мы взяли себе гранде, самую большую, из 3 размеров. Девочка еще переспросила, точно ли нам гранде. Глядя на нас, да? Да, глядя на нас. Но пусть эта коробка вас не обманывает, потому что пицца здесь уложена... В 2 слоя, как минимум. Да, в несколько слоев просто. В общем, да, вот тут 4 гигантских куска, и там 2-й слой. Я думаю, на пару дней нам придется есть пиццу. Американо пицца или Американо пицца, она находится между Santos Manjares территориально и Sierra 5 ресторана. Мы просто мимо проходили, постоянно их видели. Это такая забегаловка, вообще окно выдачи, где все готовят, и ты забираешь эту пиццу. Мы брали самую дорогую, самую большую просто попробовать. Она стоила примерно там 2200 песо или порядка 8 долларов за огромную пиццу в 2 слоя, уложенную в коробке. Она вкуснее, чем местные аргентинские пиццы, которые нам вообще не понравились, но абсолютно в масштабах пиццы, которая она бывает, и которую мы потом здесь нашли итальянскую, она невкусная. Но зато мы ели ее 2 дня, и за эти деньги, там за 8 долларов, чуть меньше, это было прекрасное решение. Поэтому, кому интересно, хочется попробовать, хочется какой-то горячей жирной пиццы, да, попробуйте. Там 5-6 вкусов, локацию оставим. Еще одно местечко, которое находится на центральной улице 9 июля. Нас с улицы еще зацепил интерьер. Пойдем. Тут видите, как оазис такой. Получается, что это такая немного забегаловка. Мне кажется, как наша шоколадница. Но, в принципе, нас это устраивает сегодня. Вот так мы обычно смотрим меню во всех ресторанах через переводчик. Давайте я вам покажу. Выглядит это вот таким образом. Индивидуальный пирог, картофельные ножки с соусом, бургер с картофелем, в принципе, все понятно. Так, это брускетта, салат пармиджано, такой большой такой. Асайте? Асайте олива? Итак, салат, миска примерно 30 сантиметров в диаметре.
брускетта маленькая, как муж и хотел. Ну да. И курочка, грудка куриная, да, получается, с салатом. Такое вполне диетическое блюдо у мужа получилось. Алма – это ресторан, который мы визуально проходили. Он находится на 9 Хулио, на улице 9 июля, вот этой самой широкой улице, на противоположной стороне от центра. Мы проходили его постоянно мимо, это как шоколадница, только формата такого, да, там всегда куча людей, мы ходили туда погреться и покушать. Нам не понравилась еда, не буду рекомендовать ее вам, в принципе, как и прошлую пиццу, да, то есть с точки зрения вкуса и приятных ощущений от потребления этой еды не рекомендуем. Здесь была посредственная еда, обычно вот эти салаты, которые вы видели, средний, ну, чек выходил там примерно на 4000 песо, на двоих это $14, то есть там все стоило вообще абсолютно недорого, то есть недорого, не особо вкусно, но в принципе атмосферно. Можете для себя пометить, куда, например, не ходить. Здесь популярна местная гамбургерная Мастаза, аналог Макдональдсу. В Макдональдсе мы уже были, как вы помните. Вот, решили попробовать. И тут есть один очень прикольный бургер, который полностью залит сыром. Мы взяли его. Посмотрим. Мы специально шли именно в эту Мастазу, потому что проходили до этого ее, и нам понравился вот этот второй этаж. Давай сюда садись. С видом на 9 июля. Ой, ну что, вид красивый. Ну вот у мужа все складывается лучше, у него более понятно. Ну ладно, сейчас придется убрать телефон и есть. Что уж делать-то? Как и положено. Угу. Мы единогласно согласились с тем, что залитый чеддером, этот, как он будет называться? Бургер. Лучше как идея, чем по факту, потому что непонятно было, как его есть. Я была вся в чеддере, и по вкусу вообще не очень. И мужа тоже бургер был не очень, гораздо лучше в Макдональдсе. Здесь в Макдональдсе. Мастаза. Это отдельно стоит упомянуть. Это сеть местная, аргентинская, и очень сильно рекламируют здесь все футболисты, вообще куча рекламы этой Мастазы. Она давно открыта, они типа конкуренты Макдональдса, очень красивые у них, в принципе, рестораны, всегда куча народу, куча фанатов, очень красиво все оформлено на витринах. Мы взяли разные бургеры, повелись вот на этот бургер с залитым сыром на картинке. Итог Аня описала вам в видео. Невкусно, абсолютно, вообще невкусно, ни котлета, ни хлеб, ни сыр. Очень посредственный фастфуд, очень такой жирный, и даже чеддер, залитый чеддером бургер, не спас вообще никакие наши вкусовые ощущения. Стоит примерно так же, как Макдональдс, то есть там 3-3,5 тысячи песо за весь этот комбо-обед, может быть сейчас чуть дороже, скорее всего. И не рекомендую. Сегодня первый день такого прям конкретного тепла, и мы вышли, муж в шортах, я в платье, вот, иду в этом сарафане, и люди, это по поводу отношения к беременным, мы сейчас стояли на пешеходном переходе, и пока ехали машины, водитель автобуса показал мне вот так, другой мужик с автобуса помахал мне рукой, две девочки из машины улыбнулись, и в принципе люди, когда видят беременных, очень позитивно настроены, они искренне радуются и улыбаются. То есть, что нам в России, этого просто не понять. Вот. Но, конечно, такой вайб, и это все очень приятно, что такое отношение. В общем, тут никого нет, потому что время 7, а обычно здесь 7:30. А обычно здесь люди едят с 8:30-9:30, но мы, во-первых, голодные, во-вторых, угу. Вот здесь очень прикольный интерьер. Смотрите, такое все неоновое. Тут, конечно, полный андеграунд. Я иду по стрелке. Washroom.
туалет. Просто, в принципе. Вот так вот это все выглядит. То есть все стены просто выглядят по-разному. Очень ярко. Попробуем, если роллы вкусные, то оставим вам рекомендацию этого места. Смотри, тут еще балкончик есть. А, это курительная. Можно выйти вот так вот посидеть, покурить, посмотреть на улицу. Первое блюдо, точнее не блюдо, а в принципе напитки. А у мужа апероль, смотрите какой, что он фокусируется на телефон. Вот. Выглядит очень прикольно. А у меня лимонад безалкогольный, и вот такая у него подача. Угу. Грациас. Это, соответственно, энтрада, да? Принесли роллы. Тут вообще, кстати, часто такое бывает, что ты заказываешь по 2-3 роллины, то есть у них не как у нас 6-8 роллов сразу, но это позволяет тебе выбрать и поесть разные, соответственно, да? Тебе не нужно там 8 одинаковых, ты можешь пить разные. Вот, я очень хотела вот эти вот опаленные с опаленным лососем. Ой. Это Филадельфия с авокадо, тут еще какие-то. В общем, будем пробовать и поделимся с вами. И последний футуристичный ресторан. Называется он Суши Каеру, Суши Никеи. Я оставлю, как это правильно пишется. Находится он в Палермо Сохо. Нашли мы его по антуражу в первую очередь. У него чуть ли не 5 звезд на Гугле, что нас очень удивило. Мы пришли туда к 7 часам. Находится он с точки зрения расположения ресторана в каком-то старом здании на втором этаже. Нам помогали с коляской вот по такой узенькой улочке туда подниматься. Там вот такая темная атмосфера, как будто это какой-то клуб для хаоса. Приветливые официанты, готовят все при тебе. Итог. Вкусно. Большие порции, вкусные роллы, но дорого. Там в 2 раза дороже, чем в In-N-Out Sushi. И вообще в целом мы отдали порядка 10 тысяч песо за ужин, в котором было достаточно много роллов, но мы не так, чтобы шоковали, мы уже в какой-то момент остановились. Это там 32-35 долларов, что дороже, чем большинство стейков, которых мы ели. Наверное, они берут это за атмосферу, за достаточно вкусную, необычную подачу, то есть сочетания необычные. Поэтому с точки зрения поэкспериментировать однозначно да, сходите. С точки зрения там постоянно туда ходить, нет, тут есть места интереснее. Подводя итог, это очень малая, прям буквально ничтожно малая часть потрясающих ресторанов, которые ездят в Буэнос-Айресе. У нас огромный список мест, куда мы еще хотим сходить и еще не сходили. Сюда не попали обзоры наших любимых ресторанов, которые мы уже распробовали в процессе, когда уже пожили полноценно в Палермо, в том же и вообще поездили по Буэнос-Айресу. Еда в Буэнос-Айресе, рестораны – это особый вид искусства. Мы нашли столько потрясающе вкусных, качественных мест за очень интересные деньги, поэтому Буэнос-Айрес это буквально мекка ресторанов, питания и разнообразной кухни. Здесь можно найти буквально все здесь, поэтому если вы едете в Буэнос-Айрес, не переживайте, еда это действительно то, что вас здесь 1000% порадует, начиная от вкусовых предпочтений и заканчивая стоимостью. Если было полезно, ставьте лайк. Если было не полезно и неинтересно, ставьте дизлайк. Подписывайтесь, рекомендуйте наш канал друзьям. Мы рассказываем про жизнь в Буэнос-Айресе, Black Smith Family, свои люди в Аргентине. До скорой встречи. Пока-пока.